Мой дом, моя крепость. Инвестиционно-строительная компания «Алгоритм» ведет строительство жилых домов в квартале 2009А. Телефон 72-00-82. Проектная декларация на сайте ilg22.ru. В салоне швейных машин «Белошвейка» среда – день больших скидок. Покупайте с выгодой. Компания «Сибирьконтракт» обеспечивает железобетонными изделиями лучшие строительные площадки Сибири. Железобетон. Плиты перекрытия любой длины, металлопрокат – все это в компании «Сибирьконтракт». Доставка и хранение на складе бесплатно. Железобетон. Телефон 505-045. Киа покупают в мае. Невероятно выгодное предложение по кредиту. А главное, покупаешь Киа, выигрываешь Киа Рио. Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Попробуйте новинки – послабляющий фруктовый напиток и чай. Только 3 дня, чтобы похудеть? Не сомневайтесь. Турбослим Экспресс. За 3 дня до -3 сантиметра в талии. Турбослим Экспресс. Экспресс похудения за 3 дня. Горный источник. Артезианская бутылированная вода из горного Алтая. Звоните 69-88-88. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. Поздравляем! Вы выиграли скидку. Приходите в магазин «Синар» и выиграете свою скидку на мужской или женский костюм из коллекции «Весна-2015». Магазин «Синар». Только 3 дня, чтобы похудеть? Не сомневайтесь. Турбослим Экспресс. За 3 дня до -3 сантиметра в талии. Турбослим Экспресс. Экспресс похудения за 3 дня. Зарплата в конверте мне не подходит. Только с белой зарплаты формируется ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд России. Хороший директор. Без пенсии не оставит. Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Попробуйте новинки – послабляющий фруктовый напиток и чай. Уже 4 года телепроект «Надежда на чудо» помогает больным малышам. С помощью зрителей постоянно исполняются мечты детей. Прямо сейчас присоединиться к акции можете и вы. Отправьте смс со словом «Надежда» на номер 7878. Внесите свой вклад в общее доброе дело. Только 3 дня, чтобы похудеть? Не сомневайтесь. Турбослим Экспресс. За 3 дня до -3 сантиметра в талии. Турбослим Экспресс. Экспресс похудения за 3 дня. В клинике «Пигмалион» проводят комплексное лечение заболеваний позвоночника, боли в спине, нарушения осанки, лечение грыж дисков, массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия. «Пигмалион» – всегда здоровый позвоночник. А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин Форте Эвалар. Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу. Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания «ЗАО Эвалар». Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Новинка – послабляющий батончик с ценными пищевыми волокнами. Произведено Эвалар по международному стандарту GMP. Эвалар – гарантия качества. Здравствуйте, о погоде на субботу и воскресенье. С вами Олеся Фролова. В предстоящие выходные дни, по прогнозам синоптиков, в крае сохранится дождливая погода. Юго-западный ветер будет порывистым. Ночная температура воздуха в среднем от 4 до 9 градусов выше 0. Дневная будет колебаться в пределах 15-20 градусов. В воскресенье похолодает на пару градусов. А пока в субботу днем в Бийске и Алейске такая же погода, как в Рубцовске и Тальменке. Временами дождь и плюс 15. Столько же в Кулунде, но осадки маловероятны. Грозовые дожди ожидаются в Белокурихе и Заринске. В этих городах до 16 выше 0. Ненастная погода будет в Камне-на-Оби и Славгороде. На термометрах здесь плюс 14. В Змеиногорске из-за осадков не выше 15 градусов. В Барнауле переменная облачность, временами дождь, гроза и порывистый юго-западный ветер. Ночью плюс 9-11, днем 16-18. Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. В воскресенье в столице края днем до плюс 17, возможны осадки. О погоде все. Удачных вам выходных. До свидания.